сама вылетает. Не спешите, положите. Значит, если вы дернетесь, да, вы дадите шанс человеку, да, а ваша задача не дать шанса. И глядите, чтобы контроль был все время. Поэтому, когда вы поднимаете, да, что-нибудь, руки, там купить не надо, там уже все обучено. То есть здесь нужно, конечно, уже это самое, что-нибудь так думать, как правильно, как неправильно. Видите? Лучше отпусти. Не, ну он молодец. Я отпустил, мы двигается. Что-то делать надо. Ну, идея понятная, да? Ваша задача. Прочувствовать, не дать напряжение, забрать это все и уйти еще от этого самого. Смотрите сюда, вот. Что мы можем сделать? Мы? Вот я порезать точно не могу. А что, у меня я все застегнулся. И ударить не могу рукой. У меня не крутится. И вот как бы... Хотя вроде уверенно стою, а ничего сделать. Поэтому, потому что у меня брюхо все перекрыло. Да вон, надо зажаться. Ну да, да. Я чувствую, что у меня там палец как бы зажат. А у меня рука даже, я вот из этого состояния руку не могу. Очень ощущение легкости. Я тоже. Я как бы сам. Да, получается, что нету такой опоры. Жесткое, да, напряжение. Если вы дадите напряжение, видите, вот смотрите, я двигаюсь это руками, а здесь напряжения нету. Угу. Поняли? Если дадите напряжение, так? На встречу. Вот. То. Пока. Отпустил же. Ну, пробуем.